Так, сейчас мы хотим, заказали полкило молока кокосового. Сейчас смотрим, как это будут делать. Здесь выжималка. Вот сюда. Разрезаем кокосовую цедру. Застряла там. Так, теперь следующий аппарат. Немного воды. Так. Кокосовое молоко. По нескольку раз она его отжимает. Чуть-чуть воды добавляет, не знаю для чего. Сейчас пакетик. Так, вот она поменяла ведра и свежее молочко нам наливает. Вот с этого молочка уже можно суп варить. Том-ям. Так, что-то написала там. А, первый и второй. Так. 1, 2.